На увольнение без причин и задержки выдачи зарплат часто жалуются павлодарцы. Об этом сообщили в Управлении труда. Для оказавшихся в проблемной ситуации в ЦОНе провели день приема. Жители города смогли побеседовать с чиновниками лично. Артур Поляков расскажет подробнее. По словам руководителя Управления труда, безосновательное увольнение и удерживание зарплаты – одни из частых тем на подобных встречах. Конечно, работники не всегда остаются в выигрыше. Иногда они не правы. Тем не менее, 70% обращений с подобными жалобами оказываются правдой. Но во всем нужно разбираться отдельно. Для этого и проводят единый день приема. Мы им даем образцы обращений, они могут нам написать обращение. Либо мы им даем координату, куда обратиться к нам, если им неудобно здесь написать это обращение. Они потом являются к нам, дополнительно их консультируют, и они пишут обращение. Жителей волнует и вопрос занятости. Люди интересуются тем, как устроиться на работу мечты и даже открыть свой бизнес. Стоит отметить, что за этот год в области более 300 предпринимателей получили гранты на развитие своего дела. Многие из них благодаря подобным консультациям. И на сегодняшний день все, кто к нам приходит, он безрезультатно не выходит. Мы предлагаем все виды, не одну, а альтернативные. Если, значит, он не может в данный момент трудоустроиться, мы ему предлагаем краткосрочные курсы для обучения. Если этот вариант не устраивает, он именно хочет ту или иную организацию, но нет вакантных свободных мест, мы предлагаем им на социальные рабочие места. Единый день приема граждан проводят регулярно. В последнюю субботу ноября планируют провести подобную акцию вновь. По словам чиновников, встречи пользуются спросом, каждый раз собирая не менее 200 человек. Артур Поляков, Юрий Белевский, Иртыш Акпарат.